Бронирован. Шкуры надо собирать, денег-то мало. Ой, куропатку купил. Убил. Не куропатку, а индюка. А тут перья только дают. Она сдохла, по-моему. Знаешь, что нам направо. А что ты туда бежишь? Олень где-то сдох. Или не сдох, не знаю. Я тебя пугаю. Чем? Тем, что ты сзади появилась. Ты не любишь сзади. И где моя снайперка? Желтая. Я ничего не брала. Угу. Ты взяла, наверное, нет? Да, я. И что? Ничего. Хочешь что-то предъявить? Предъявляй. Тихо. Ты куда там почесала? А тебе куда надо чесать? А? Тихо, подожди. Кого пометим. Что там делаешь? Не знаю. А ты что делаешь? А ты чё, череп разбил? Не, ну бочку. Чё, череп слетел? Чего оглядываешься? Корова что-то выстрелила. Что-то
Интересно, как искать твой? Интересно. А, ну тут же круги на полях. На башку взлетел. Вон это надо разнести. Еще где неземные эти штуки? Да я не знаю, у меня не отмечается никак. А, ну вон. Но не отмечается только, когда к ним подходишь. Взял? Человек связанный, видела? Да. И Иисус там еще. Они везде тут. Ну и чего, где еще? Вон. 167. Вон мешок какой-то. Где метка что-то пропала? Это коллекционный комикс. Где метка? Я не знаю. Была только что. Чё за срань? А, вот где тут жужжит. Ну, есть сюжетные, есть постепенные. Не знаю, какой начать. Давай хоть какой-нибудь, который ближе всех.
2 километра ближе всех. Я смотри, тут ты нарисована или я? Я. А тут я. Почему каждого? Еще ни одного медведя не видели. Ну да. Пумы, волки. До свинофермы надо дойти. Вон тайник. Не. Вот. Вряд ли это совпадение. Вот чёрт! Нет, нет, нет! Ты взяла, да? Нет ещё. На, записка. Слушай, да ты сорвал джекпот! Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычат кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда, снаряг пригодится. Где тут что? Тайник. Росомаха. Вот ключ. Нашла. Ради веры! Я тебя вижу! Деньги взял? Да. Как же я деньги не возьму, ты чё? Thank you.
О, медведь. Где? Вон медведь. Она тебя сожрет. Че, взял шкуру? Зачем тут вообще оружие, если можно всех голыми руками вырубить? Фу, кишки вообще. Хватило сил. Да, и мне тоже. Че, тебя тоже замочили? Да, я с дробовика его мочил, нифига. А че, он броневой какой-то, что ли? Да. Тут имена как-то странно переведены. Джон как Иоанн переведен. Джозеф Иосиф. А, как он там называется? Иосиф. Кобзон? Да. Видите, как главного он зовут? Главного? Не Иосиф, а... Чё, броневой, что ли? Спаси! Думал всё. Уже жизнь перед глазами пролетела. Проклятие! Лучше выручнуть всех начать, да? Да. Куда ты бежишь? Какое задание какое-то? Я поддерживаю тебя на все 100. Свои. Нифига он без колеса поехал. Кто? Ну все, тебя предупреждали!
Чё я сделала-то? Дурная, блин. Кто не стреляет, даже? Дурные. Ты мне нравишься. Идите все в жопу. Тебе дают же достижения? Да. Но так говорил, не дают, не дают. Псина опять живая. Ну не убивай больше. Принаскать. Ну ткнула бы лучше. Как она воскресла? У тебя что из зомби? Нифига, тут футболка с Васом есть. Видела? С Васом? Да. Без рукавка. Не, у меня такой нет. Ну, мужская, наверное, только.
Спасибо тебе. Рик. Что-то у нее голос изменился. У кого? Вот, у бабы. Так, надо рюкзак купить. А, у меня не хватает все равно. Рыбачить, говорю, хочешь? Нет. Что там рыбачить может? А, можно. Да не пыталась. Растения-то вообще собираешь? Место. Мне место. Мое место на кухне, мне сказали. Нормально вообще? Кому тут рожу начистить? Да, блин, меня задолбали, ненавидь уже. Опять сбили. Help. Help me. Сдохну. Ты что, тоже сдохла? Нет еще. Нет еще. Погодь, живи. Да еще половина есть. Ты только воскресила, я дорогу перебегаю, опять же там проезжает. Да блин, задолбали уж. Аптечек нет. Аптечек нет. Ты что, сдох? Да. Смеешься. Будут рады!
не знаю, как-то легче стало по сравнению с прошлыми частями. Там как-то в стелс-то... Стараешься в стелсе, а тут... Что-то не катит. Там даже раньше боялся, чтоб тревогу не подняли. Ну, поможешь, тут все наладить. Да. Сначала отключишь всю тревогу. Он толкает нас на чудовищные поступки. Вон у нее квест какой-то. Я знаю, что ты чувствуешь. Чё? Квест у этой бабы. Но я могу помочь. Я очищу тебя от грехов. Ты мужик. Спасибо за помощь с этой штукой. У него тоже отмечено. Благодаря тебе мы наведем здесь порядок. Ты придется помучиться, но... Это того стоит. Она не будет говорить, пока радио работает. Поможешь, ты все наладить? Рад. Все продумано. Спасибо за помощь с эдемщиками. Благодаря тебе мы... Всегда ты прям напал Иоанну в компот. Теперь он точно от тебя не отстанет. Что за музыка? Смотри в оба. До связи. Я нашла почти все. Но кажется, не хватает еще трех. Найди и поставь их на место. Ферма Санрайз будет как новенькая. Спасибо тебе. Говорят, у одного двинутого конспиролога раньше под завязку забита взрывчаткой. Сопротивление она бы точно не помешала. Спасибо за помощь, Пол Сэнди. Нормальная такая реакция. Так, что тут одна тыква и все? Тут что-то баба какая-то бегает. Жители Фолсенда тебя боготворят. Где баба с дубиной? Это что? Где? Да, да. Если идет, жонглирует трубой. Ну что-то бегало с трубой, когда я начал стрелять. Ну что, пошли? Что это за херня? Приспособление. Колеса какие-то. На нас, что ли? Мы тебя поймаем! Стреляйте блажью! Ну, еще один медведь. Иоанн приказал доставить его живым! Ай, фак! Что, у меня мутит в глаза? Ну, так они стреляют этой херней. Наркотиками. Что за петь наркомания? Ну, это, видимо, сюжетная, наверное. Блин, нас накачали наркотой. Вода какая-то.
Нет. Достоин ли он? Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Он не готов. Порочишь ритуалы, да? Нет, Иосиф. Полюби их, Иа. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах вы, твари! Психоделия какая-то. Щади их. Га. Они едут. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Ты
опять что-то надо удерживать. С тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Мерл. Нужно ему помочь! Опять ходячие, да? Минометный обстрел. Опять этот мост. Да, это другой. Сектанты прямо жаждут загнать нас в бункер Иоанна. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Берегись! Сигнальная ракета! Скоро они пришлют подмогу! Да блин! Сектанты вызвали подмогу! Там зеленый бегут. Тебе крышка!
ничего не сказал. Что, я вперед? А, это не ты? Я думал, ты валяешь. Твое место занял. Помощник, ты пробрался туда и спас наши шкуры. Кто знает, что они хотели с нами сделать. Теперь ты понимаешь, что происходит. Они забирают нас против воли. Знаю, ты ищешь своего друга, но помощь нужна не только в Фолсене. Не понимаю, откуда тут столько народу? Прям сотни бегут. Я говорю. Они думают, что спасают нас. Спасают! Заперев в сраной дыре! Да ну нахер! Эти трусы накинулись на меня толпой! Сказали, что спасают меня! Доверься, молодцу! Да кто такой этот один? Намиска. Полную ставку. Купить пушку просто. Сложнее научиться правильно ею пользоваться. Я слышала, но не поняла, где он. Внизу! Дырка как в полу, в стене. Тут дырка. Дырка в попе, это отверстие.
Отверстие. Я взяла уже. Где? Я взяла. Страшно. Ну что за темно тут как-то? Где страшно? Нормальный что такой бункер. Твою мать, меня ранили! Что-то мне херово! Помоги, я не хочу умирать! Оу, что это? Как? Меня зацепило! О боже, не дай мне умереть здесь! Подстава, да? Это я же включил. Эй, мне нужна помощь! Я питание подал, это как херня стала. Помоги мне скорее! Да заткнись ты. Слышишь? Да. О боже, не дай мне умереть здесь! Кто орёт? Эй, мне нужна помощь! Вон тут. Тут дверь же не открывалась. Ты куда пошёл? Ты куда? Вниз. Во. Вон тут дверь не открывалась.